Уже 10 лет китайская международная ярмарка торговли услугами помогает продвигать на глобальном уровне телекоммуникации, компьютерные технологии, финансовые сервисы и многие другие предложения. В этом году особый акцент сделают на спортивной теме. Ярмарка пройдет с 12 по 16 сентября в технопарке «Шоуган». Организаторы приоткрыли закулисье мероприятия. Так, общая площадь экспозиции спортивной секции превысит 11 тысяч квадратных метров. Свою продукцию представят более 300 китайских и международных спортивных брендов. Тема спортивной секции в этом году звучит так. «Энергичный Пекин. Знаменитый город спортивных событий». Основное внимание мы уделим проекту города двойных Олимпийских игр. Уже формируется программа из 100 мероприятий в честь того, что Олимпиада проходила здесь дважды. Мы работаем над созданием системы турниров, среди которых будут соревнования местного и международного уровня. Наконец, мы будем развивать новые формы спортивного досуга и улучшать сервис. В программу спортивной секции на китайской международной ярмарке торговли услугами войдут презентации современных возможностей ледовых и снежных видов спорта. Также посетители узнают о последних достижениях в проведении международных чемпионатов.